то, чем хочу заняться. Честно говоря, хочется отдохнуть. Побыть безработной какое-то время. Самое важное, на чем хочется сосредоточить свои усилия, это наши отношения с Билли. Я понимаю, но, Эллисон, ты знаешь, в таком бизнесе необходимо ковать железо, пока горячо? Ты ушла с поста президента, если ты будешь тянуть, то твоя репутация померкнет, и куда бы ты ни пошла, тебе придется начать с нуля. Это все равно, но... Эллисон, конечно, работа не самая важная в жизни, но нет ничего страшного, если ты сходишь на собеседование.